Казахстанский кентавр местные называют не иначе, как оазис степи. А буквально полвека назад здесь росла одна верблюжья колючка и гулял степной ветер. Промышленный советский кентавр все круто изменил. Кентавр суверенного Казахстана пожинает плоды былой индустриализации и нынешней бесхозяйственности. Когда мы, Республика Казахстан, достиг до космоса, не можем закрыть несчастный какой-то после длительных работ отходов. Ветер будет, у нас как туман. Не могу глаз, вот видишь, глаза болит, чешется. Бабай никогда, вот видишь, каждый день соль, купаться. Жизни такой не было. Все болезненно. Вот дерево сухой будет. Шланг мы промываем каждый день. Воду брызгаем, черный. Жизнь кашляет, деду все зимой из лета кашляет. Рахия Жумадулаева прожила здесь почти всю жизнь. Самые тяжелые последние несколько лет, жалуется пенсионерка. Жить стало хуже, гибнет скот и растения. Вот оно, Байылдырское хвостохранилище. Здесь порядка 150 миллионов тонн горной выработки. По оценке СЭС, отходы переработки содержат до 20 реагентов и дюжину высокотоксичных веществ. После ликвидации Мергалимского рудника Кентау содержать хранилище стало некому. Сегодня при малейшем дуновении ветра несколько населенных пунктов накрывает токсичная пыль. Видите, вот это все аж уже смысла нету им расти. Это как второй Чернобыль. Я попадаю сюда. Никакой здесь льготы не получаем от этого. Экологически должны платить. А здесь и уран, и аммиак, и свинцы, фосфор, все есть здесь. Вот это все химикаты поднимаются и город наполняет. Кривое здоровье и самочувствие жителей района за последние несколько лет резко пошло вниз, рассказывают местные врачи. Каждый приезжающий аким всегда дает слово о том, что закроют его или все-таки затопят в воде, чтобы вредность не представлял городу. Но она остается пока на словах. Сейчас мы имеем статистику последних 5 лет, где по городу идет рост раковых заболеваний. Основные – это кожные формы рака, дыхательных путей. Это непосредственно связано с пылью, которая покрывает город. В какие только высокие инстанции не обращались кентауцы, и все нерезультативно. Столичные чиновники живут своей отдельной от кентау жизнью. В республиканском масштабе отправляли экологию Республики Казахстан. И плюс недавно наш депутат городского маслихата Мухан Турсбеков, он поехал от имени города именно по этому вопросу, по экологии. Опять он поехал, сдал материал в Сенат, например, как говорится, в Астане. И приняли, как на экологию, решить вопрос о экологии. 5 лет назад Байылдырское хвостохранилище, особо не слишком ломая голову, передали в коммунальную собственность города. Чиновники горадминистрации кивают на калькулятор. Безопасность и здоровье населения могут быть обеспечены банкнотами. Местный бюджет такие расходы никак не потянет. В плане, если нам средства выделят, в течение 3-4 месяцев можно это закрыть, полигон. И, соответственно, безопасность для населения это все будет обеспечена. В начале года нам обещали, что выделить эти средства из республиканского бюджета. Администратор программы был Министерство охраны окружающей среды. Но так как было секвестирование республиканского бюджета, нам эти средства не выделили. Все, что сделано на сегодня, это проектно-сметная документация. Да и она обошлась бюджету города в 7 миллионов тенге. Общая сумма проекта на консервацию 107 гектаров хранилища – 268 миллионов тенге. Государство, которое тратит миллиарды на сомнительные проекты, не может позволить себе эти 175 тысяч долларов. Сейчас мы вошли в программу моногородов, единственный город в Южном Казахстане. Я считаю, что вот эти вот хвосты,
они, ну, сейчас проблемы создают. На самом деле это наше будущее. То есть если завтра там находится очень много металла, и по содержанию они могут утилизироваться. Неподдельный оптимизм городского начальства простые кентавцы решительно не разделяют. Бездействие чиновников всех уровней ведет к кризису и обострению экологической ситуации. Такими темпами бывший южноказахстанский оазис рискует стать одним из центров радиоактивных отходов.